Итак, всем привет! Решил снять обзор, как установить операционную систему Windows XP на виртуальную машину, виртуальный компьютер Microsoft Virtual PC 2007. Итак, что ж, мы сейчас введем XP, так, и нажимаем Next. Так, что ж, мы установим лот и нажимаем кнопку Start. Так, что вставляем установочный диск с операционной системой Windows XP. Вставляем установочный диск. Так, сейчас мы найдем установочный. Так, вот, Windows XP SP3.ru. Так, ну теперь для начала обязательно заходим в данный BIOS и нажимаем клавишу Delete. Delete. Итак, вот, видите, написано, так, это BIOS, так, это AMI BIOS. Так, что, теперь мы заходим в вкладку Boot, заходим в Boot Device Priority и нажимаем Enter. Вот, видите, написано Floppy Drive. Вот, и вы можете данные параметры настройки, данный приоритет, параметры настройки, загрузки данного BIOS и нажимаем CD-ROM. Так, что, давай заходим в Exit, заходим в вкладку Exit и заходим Exit Save Change. Вот, и нажимаем Enter. И здесь спрашивает Save Configuration Change and Exit Now. Нажимаем ОК и Enter. Подождать, пока он загрузится. Программа установки проверяет конфигурацию оборудования. Установка Windows. Так что, пожалуйста, не забывайте писать комментарии. Сейчас мы ждем загрузка файлов. Сейчас идет бегущая строка. Вот, видите, написано «Вас приветствует программа установки». И нажимаем Enter. Так что, сейчас мы подготавливаем к установке Windows XP. Вот так. И нажимаем Enter. Принимаем по лицензионному соглашению, нажимаем F8. Принимаем. Так, стоп. Для начала мы отформатируем в системе NTFS. Мы не будем создавать два нового раздела и нажимаем Enter. Вот, нажимаем кнопку «Форматировать раздел в системе NTFS». Быстро. И нажимаем Enter. Подождать, пока он отформатируется. Так, это данный приоритет. Вы знаете, что операционная система Windows XP закончилась техническая поддержка 8 апреля 2014 года. Закончилась техническая поддержка операционной системы Windows. Вы знаете, что 8 апреля 2014 года операционная система Windows XP прекращена, закончилась техническая поддержка, а сейчас уже больше не выпускает обновлений. Сейчас выпускает только Windows 8. Так, давай приостановим паузу для начала. Вот, все, нажимаем Enter. Чуть пропустил. Так что мы ждем, пока. Так что рекомендуем никаких клавиш не нажимать. Так, ждем, пока он загрузится операционной системы. Ждем. Сейчас процесс установки операционной системы Windows XP. Это очень старая версия. Повторю, сейчас уже не выпускает пакет обновлений Windows XP Service Pack 3 уже не выпускает. Уже
немного устарела, потому что операционная система, потому что Windows XP выпущен в октябре 2001 года. Так что вот видите написано «Установка Windows». Вот видите написано на экране. Установка будет завершена через 39 минут. О, все. Установка устройств. Подождать, пока он устанавливается устройство. Сейчас ускорит установка. Итак, что мы нажимаем кнопку «Настроить». Видите, написано «Язык и региональные стандарты». Мы будем так, сейчас мы настроим. Так, нажимаем кнопку. Так, нажимаем «Украинский». Так, расположение. Мы сейчас выбираем. Так, «Украина». Потому что я живу в Украине. Так, мы сейчас... Так, расклад. Так, «Языки». Дополнительно. И нажимаем кнопку «Применить». Окей. Так, что, давай посмотрим. И нажимаем кнопку «Применить». Окей. Итак, что, введем имя. Так. Так, далее. Так, что, давай мы приостановим и... Сейчас введу пароль, сейчас буду ввести пароль. Так, стоп, вот ввели ключ продукта и нажимаем далее. Так, стоп, давай не будем ввести пароль, потому что никто не взламывает пароль. И нажимаем далее. Мы не будем это делать, давай мы выбираем часовой пояс, выбираем, установим правильное время и дату для этого компьютера Windows. Так, это старая операционная система, уже не выпускает. Уже устарела, уже не пользуется. Так, выбираем Афины, Бейрут, Киев, Минск, Стамбул. Установка поддержки сети. Сейчас ускорится установка. Сейчас идет еще деловое окно. Вот, сетевые параметры, мы не будем ничего настраивать, мы не будем ничего выбирать и нажимаем далее. Так, вот это оставим, вот эту галочку оставляем с именем, названием Workgroup. Вот мы сейчас прочитаем. Нет, этот компьютер не участвует в сети или сеть не имеет доменов, сделать этот компьютер членом следующей рабочей группы. И нажимаем далее. Это мы не будем ничего это настраивать. Копирование файлов. Так, а теперь завершение установки. Так, ждем. Так, сейчас ждем копирование файлов. Сейчас копируется файл, а затем завершение установки. Так, стоп. Еще регистрация компонентов. Еще установка операционной системы Windows XP не прошло. Так, подождем, когда операционная система, когда установка Windows XP пройдет. Сейчас ждем. Сохранить компонентов. Это очень старая. Вот видите, написано «Сохранение параметров». Установка будет завершена через 9 минут. Так, ждем, заканчивается установка Windows XP. Это очень старая операционная система. Вот, так что операционная система Windows XP уже больше не выпускается обновление, уже выпускает только Windows 8, новый пакет обновлений. Так, удаление временных файлов. Так, стоп, мы уже устанавливаем, ну, стоп, ждем,
Установка операционной системы Windows XP успешно завершена. Еще не вер... Так что мы сегодня сейчас ждем, пока он будет... Так, сейчас подождем, он перезагружается в компьютер. Press any key. Press any key to boot from CD. Перед нами появилось... Перед нами появилось деловое окно Microsoft Windows XP. Так, видите? Так, сейчас идем. Так, параметры экрана. Для улучшения вида отображаемых на экране объектов Windows автоматически настроит различающую способность экрана. И нажимаем ОК. Так, нажимаем ОК. Так, сейчас идем. Завершением установки. Так, что? Сейчас ждем. Microsoft Windows XP. Так, нажимаем далее. Так. Вот, видите, вот появилось. Так. Так, нажимаем кнопку отложить это действие, это не нужно. И нажимаем далее. Так, сейчас ждем. Давай подождем, пока Windows XP проверяет подключение доступа к интернету. Так, нажимаем далее, будет подключен. Так, вот, так, нет, мы не будем ничего регистрировать. Так, нет, регистрироваться не будем, вставляем галочку, вставляем нет, как-нибудь, в другой раз. И нажимаем кнопку далее. Так, что, введем. Так, давай мы ограничимся ни одного пользователя, мы не будем писать пятого пользователя и нажимаем далее. Спасибо. Так, стоп, не нажимаем статус. Так, все, заканчиваем установку операционной системы Windows XP. XP. Установка Windows XP успешно завершена. Так, я нормально говорю по-русски. Я нормально четко говорю по-русски. Я к логопеду не пойду. Так что, пожалуйста, забудьте про Ивана Гамаза. Так что. Ну что, все. Установка операционной системы Windows. Установка Windows XP Professional завершена. Увидимся. Увидимся в следующем видео. Благодарим за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки.